русинг? Что за русинг? Расинг? Слушайте, как человек, который вырос на школьном дворе в 90-е, и я не могу просто не перестать радоваться и наслаждаться, в какую сейчас красоту превратили школьные дворы. Пожалуйста, волейбольная площадка с сеткой натянутой, просто приходите и играете. Футбольное поле с газоном, пацаны вон гасят. Теннисный корт, значит, он для настольного тенниса, значит, все для воркаута. Все это с подсветкой, когда сейчас будет сумрачно, но под датчик включает подсветку. У нас, я помню, значит, в 56-й школе, кто помнит, было асфальтовое футбольное поле, просто на которое было стесано километры коленок. И двое брусьев ржавых, и все, больше ничего не было. А сейчас вот такая красота. Молодцы, молодцы, занимаются вопросиками.